сразу замысел не появился, он возникал какими-то вспышками, сценами, и уже из сцен вырастали линии героев, и потом, когда мы их соединили, наконец-то поняли, про что это, причем у Лёши есть свое обоснование этой истории, у меня свое. У Лёши это прежде всего про свободу, про невозможность абсолютной свободы. Про границы свободы, а у меня про то, что никто не знает, как правильно, в общем, ни в жизни, ни в сексе, ни в чем. Нас часто спрашивают, сюжетные линии, они из реальной жизни, вот эти сюжеты, истории, которые там рассказаны. Нет, они все придуманы на основании того, что мы знали, того, что мы слышали, но придуманы. Только лишь один сюжет, одна история в этом фильме, это правда, это реальная история. Это один наш однокурсник рассказал ее, и мы попросили разрешения ее использовать в фильме. Это история, которая рассказывает один из персонажей о том, как у него был роман с лилипуткой. Наверное, самый наш грандиозный показ состоялся на Кинотавре, потому что вырубали свет два раза во время фильма, и я думала, что все уже пропало, и это какая-то катастрофа, и ничего быть хуже уже не может в моей жизни. Но неожиданно мы получили какой-то такой фидбэк от зрителей. В общем, было ощущение, что никто не заметил этих выключений света, и все нас поздравляли. Мы бы советовали это посмотреть людям, ну, чтобы они задумались о себе, о своей жизни, всем ли они удовлетворены, можно ли еще что-то, может быть, как-то исправить. Не, мне кажется, чтобы зрители, когда смотрят, чтобы у них наступило облегчение из разряда: «О, ну, Господи, я не один такой идиот, таких много».